Russia's most senior generals have dropped out of public view following a failed mercenary mutiny aimed at toppling the top brass, amid a drive by President Vladimir Putin to reassert his authority. Unconfirmed reports say at least one person has been arrested. Armed Forces Chief of Staff General Valery Gerasimov has not appeared in public or on state TV since the aborted mutiny on Saturday when mercenary leader Yevgeny Prigozhin demanded Gerasimov be handed over. Nor has he been mentioned in a Defense Ministry press release since June 9. Absent from view, too, is General Sergei Surovikin, who is deputy commander of Russian forces in Ukraine. Moscow Times and one military blogger reported Surovikin's arrest, while some other military correspondents said he and other senior officers were being questioned by the FSB security service to verify their loyalty. Что западные страны предпринимают, приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим несения боевого дежурства. Вы наблюдаете массированное применение реактивных пехотных огневого поражения. К уничтожению проходящих резервов противника приступил поражение, составляет более 40 тысяч квадратных соединений, а также танки и боевые машины пехоты Народно-освободительной армии Китая. Начальник генерального штаба, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр. Есть. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Жизнь людей за или более мощную ракетную атаку Каховской плотины образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления. Обнесли, Иван. Вот. Иван, да? Всего хорошего. Удачи. Спасибо. Спасибо. Суровикин Сергей Владимирович. Орденом. Просто положили здесь, конечно. Для, значит, вот смотрите, вот это наши младшие персонажи. То есть то, что на отделении, мы там с ними работаем. Карты. Вот в машине размещаемые, переносимые. Два. Перед нами встает в результате анализа тех событий. Уважаемые коллеги, добрый день, добрый вечер. Ситуация происходит на данный момент. Если господин Навальный, вы в своих изобличениях еще раз позволите оскорбительный или клеветнический тон в адрес меня или членов моей семьи, то я вам обещаю, что прежде чем перешагнуть через вас и вытереть о вас ноги, я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии. И я вас уверяю, вам тогда стыдно будет выйти на улицу, а слово я держать умею. Морковь весовая, 29 рублей 99 копеек, а вот он... Покупает эту морковку по 50 рублей за килограмм. Их составляющие и рассуждали, думали на тему о том, как очень рассчитывали на то, что
войска Национальной гвардии будут также эффективно выполнять свои задачи, как это было до сих пор, и усилить. Решение принято, мы создаем новый федеральный орган исполнительной.